Раньше на этом месте был пустырь. Теперь здесь собираются практически все жители села Барановка. С инициативой построить первую спортивную площадку выступила молодежь. Они обратились в ТОС, а председатель, в свою очередь, депутату по 13-му избирательному округу. Дело не заставило долго ждать. Площадку выровняли, оградили и поставили фонари и футбольные ворота. Неделю назад единственный мост, по которому можно было добраться к площадке, разрушился. А уже сегодня тут капитальный бетонный мост, который был сооружен за счет личных средств депутата городского собрания Сочи Сергея Ксузяна. Не было подхода к полю. Детки перебегали через ручей, через речку. С помощью Сергея Сергеевича и Ксузяна построили мост. И теперь можно даже заезжать на автомобилях. Он очень большой вклад вносит в наше село. Он всегда помогает. Не только в этих строительствах, но и в дорогах, освещениях, в разных зонах. В школе помогает часто. Как раз ученики 97-й школы – частые посетители этой площадки. На территории образовательного учреждения нет места для полноценных занятий физкультурой. И футбольное поле для ребят стало отличным подарком в этом учебном году. А в скором времени здесь появится еще несколько зон. В перспективе у нас строительство еще волейбольного поля, раздевалок. Сегодня детвора может проводить какие-то занятия на данной площадке. Заниматься спортом, проводить, в общем, свой досуг. Строительные работы выполняются силами жителей села. Здесь также появится оборудованная детская площадка, трибуны, навесы, санузел и зона отдыха. Так что стройка многофункциональной площадки еще идет полным ходом и завершится в следующем году. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.